Сегодня 570 сладких куличей, приготовленных студентами колледжа индустрии питания, туризма и сервиса, отправились в Донбасс. Их доставят российским солдатам, участвующим в спецоперации на Украине, в самый главный православный праздник – Пасху. О сладких подарках в репортаже Карчи Биджиева. 570 куличей к Пасхе. Их испекли 50 студентов со своими преподавателями колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Вместе со своими учителями они месили тесто, взвешивали его и раскладывали по формам, добавляя в каждую формочку частичку любви и добра. Для создания кулинарного искусства финансовую поддержку организовал депутат парламента Карачаева-Черкесии Муса Экзеков. Приготавливая эти куличи, чтобы отправить их на Донбасс, мы вложили желание и свою душу, чтобы они дошли как бы до каждого сердца людей, тех, которые там находятся сейчас. Переполняется эмоции, потому что наши ребята защищают всех, кто там находится. Мне так хочется, чтобы для тех людей, которых мы это делаем, наступило именно мирное небо, чтобы они могли сами дома это испечь и были довольны и счастливы. Думаю, что с большим удовольствием студенты выполняли эту операцию. Почему? Потому что они поддерживают наших воинов, которые сегодня находятся на Украине. Вместе с куличами региональное отделение «Единая Россия» передаст порядка 10 тонн питьевой воды солдатам, участвующим в спецоперации на территории Украины. Сам груз отправится в Ростовскую область, а после по каналам Министерства обороны Российской Федерации будет доставлен адресантам. Карачаево-Черкесия, наше региональное отделение неоднократно проводило подобные акции в поддержку наших военнослужащих. Отправляли письма, рисунки, открытки, питьевую воду, кофе, чай, кондитерские изделия. Уверен, что все это и куличи к празднику, который испекли студенты, скажут им о нашем внимании и поддержке. Республика уже отправила более 90 тонн груза и ценного груза. И эта работа будет продолжаться. Также военнослужащим передадут письма, собранные партией в рамках акции «Защитникам Отечества». В них содержатся пожелания и рисунки юных жителей республики с надеждой на то, что солдаты вернутся домой с победой, целыми и невредимыми. Карчи Абиджиев, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.